Введенная Коко Шанель мода на бронзовый оттенок кожи вывела отдыхающих из-под зонтиков под палящие лучи солнца. Но в погоне за красотой важно знать, что загар цвета шоколада – это, конечно, красиво, но и многим опасно. Кроме ожогов и фотостарения, чрезмерное пребывание на солнце увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Меланома – агрессивный рак кожи, представляющий угрозу для жизни человека. Медики Самарского областного онкодиспансера ежегодно проводят акцию «Загар должен быть осознанным». Причем работу ведут практически в эпицентре. Сегодня, например, палатку здоровья развернули на Некрасовском спуске Самарской набережной. Меланома – это одна из наиболее злокачественных опухолей, но она может быть выявлена на ранней стадии при осмотре кожных покровов и при грамотной консультации врача-онколога или дерматолога. Если мы говорим о меланоме, то ежегодно выявляется чуть больше 2000 человек именно с меланомой. Медики напоминают, важно регулярно осматривать свою кожу. В случае появления любых подозрительных изменений нужно немедленно обращаться к врачу. Есть такое правило АБЦД. И согласно этому правилу мы рекомендуем всем смотреть на свои новообразования на коже. Мы отмечаем такие признаки, как асимметрия, изменение размера, то есть это увеличение размера более 6 мм. Края родинки становятся неровными, плюс изменяется окраска. Медики рекомендуют не находиться на солнце долго. В зависимости от интенсивности и высоты солнца этот период может составлять от 15 минут до полутора часов. На непокрытые участки тела необходимо наносить защитные кремы с фактором защиты SPF 30. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.